Рассмотрим снова сферу S2 с ее параллелями. Над каждой точкой S2 мы должны представить себе окружность Хопфа. Посмотрим, что же мы имеем над одной из параллелей S2, например, над экватором. Вот то, что происходит над другой параллелью, которая перемещается к югу. Почему тор кажется становящимся все тоньше и тоньше? Потому что над южным полюсом есть, разумеется, только одна окружность. Над северным полюсом мы видим прямую, то есть окружность, проходящую через бесконечность. Это красная прямая. Теперь повращаем все это. Повернем, да, но повернем в четырехмерном пространстве, разумеется. Честно говоря, я должен уточнить, что часть этих рисунков была известна задолго до меня. Маркизу Виларсо приписывается честь открытия существования четырех семейств окружностей на Торе. Но вообще-то указания на них мы можем обнаружить, например, на одной скульптуре собора в Страсбурге. Возьмем тор вращения. Это поверхность, описываемая окружностью, вращающаяся вокруг оси и лежащая с ней в одной плоскости. Рассмотрим сечение тора другой плоскостью. Заметьте, какую я выбрал эту плоскость. Говорят, что она бикасательна к тору, потому что она касается его ровно в двух точках. Thank you.
теперь смотрите внимательно. Плоскость пересекает тор по двум идеальным окружностям. Это и есть теорема Виларсу. Плоскость, прикасательная к тору, пересекает его по двум окружностям. Разумеется, бикасательная плоскость не единственна. Вот другая, которая высекает две других окружности Виларсу. И то же самое происходит для всех бикасательных плоскостей. Достаточно лишь повернуть. Вы видите, через каждую точку тора вращения мы можем провести 4 окружности, полученные пересечением со специальными плоскостями. Одна из этих окружностей – это параллель. Другая – меридиан. Затем мы имеем первую окружность Виларсу и вторую. И так как мы можем сделать то же для произвольной точки на торе, мы видим, что тор покрыт 4 семействами окружностей. Никакие 2 окружности из одного семейства не пересекаются. Синяя окружность пересекается с красной в единственной точке. Желтая и белая окружности пересекаются в 2 точках. Это окружности Виларсу. Посмотрите на желтые окружности. Это окружности Хопфа. Вы помните, как мы смотрели, что происходит над параллелью в расслоении? Мы видели тор, заполненный попарно зацепленными окружностями, такой же, как этот тор, заполненный желтыми окружностями. А белые окружности, спросите вы меня? А это слои другого расслоения Хопфа, который получается из первого, если на него посмотреть в зеркало. Завершая нашу прогулку, мы рассмотрим тор вращения с его 4 семействами окружностей. Представим его себе на сфере S3, а затем повернем сферу в пространстве размерность 4, чтобы в итоге спроецировать ее стереографически на пространство размерности 3. Так получаются поверхности, также покрытые 4 семействами окружностей, цилиндра Дюпена. Thank you.
Иногда, когда ток проходит через полюс проекции, поверхность уходит на бесконечность. В этом движении две стороны могут даже поменяться местами. Внутренняя сторона розовая, а внешность зеленая. Одно простое вращение в четырехмерном пространстве и оп, зеленое становится розовым, а розовое зеленым. Не правда ли замечательно?